Движемся на кошеик. Что? Что он говорит? Зачем вообще нужны дроиды? Спроси его сам. Он все понимает. Правда? Слушай, не хотел тебя обидеть. Просто дроиды меня пугают. Что не пугает? Ты прямо как имперец. Они деактивируют дроидов просто так. Мы с ним в одной лодке. Не сладко. Не слушай меня, приятель. Ты молодец. Приготовься, парень. Начинаем посадку. О, мы же не будем прорывать блокаду. О, только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами. Лады? Ладно, ладно. Хорошо. Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Не нравится мне это. Империя разрушает кошеик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. Лишили крова. У нас чуть не попали! Парень, ты вроде следил за мониторами! Партизаны, Вуки и другие напали на имперский конвой. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. И каков твой план? Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ха! Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай, штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. Эй, сделай одолжение. Не погибни там, а? Добавлю это в план. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Искупаемся, веди! Надо попасть внутрь. Да, попробую по ноге. Так, куда теперь?
Еще чуть-чуть. Спасибо. Надо залезть наверх. Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Летит прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься, беги!
Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Еще кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Цере, Грис, Этосо. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли. Эй! Ты нашел что-нибудь, Биди один? Вернись сюда. О, там что-то было. Должен быть на другом конце траншеи. Там могут быть запчасти.
Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Попробуем. Дай разряд. Нужна помощь, беди один. Мне нужен Стим. Спасибо. Дай! Сюда! Впереди смолоперерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там буки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли. Мертвый штурмовик. Дело Руксо. Он безжалостнее, чем я думал.
Смотри, включился один из рюкзаков. Они проводят какие-то учения? Может быть. Думаешь, нам стоит об этом доложить? Это будет нарушением протокола. Если там что не так, должен сообщить их отряд. Да, лучше держаться инструкций. Я нашел! Его не остановить! Уничтожить цель! Спасибо. Что там, BD-1? Ясно. Да, иди. Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Оно точно мертво?
Перегруппируйтесь! Всех же он не победит! Кто-нибудь еще атакуйте его! Ты слишком быстрый! Точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. Дверь не поддается. Молодец, Биди. О, ладно. Это что-то полезное? Идем. Погоди. Что там, Биди один? Интересно, Грис бы это приготовил? Thank you.
Вы там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся. Я обещаю. Вот будет здесь. А наше подкрепление? Отступает. Хорошо. Сэр? Чем меньше помех, тем лучше. Нашел цель! Далеко он не уйдет. Смотрите в оба. Руки дрожат, джедай! Они мне мешали. Твоя участь предрешена. На помощь, Стим! Слава императору! Богай! Я воля императора! Я не трогну! Ты трус. Бросай. Я разрежу тебя на ленточки. Ты колеблешься. Выручай меня. Беги один. Необходима энергия. Ошейник Вуки-рабыни. Стражи нет. Помощь рядом. Посещение запрещено. Определено. Тебе не убежать.
беде один! Оказано воздействие. Пустяковый противник. Ты пожалеешь. Сканеры отказывают. Приближается твой конец. Давай, Стим! Никчемный джедай. Что это? Эй, беди. Я так, правильно. Рад помочь. Кто готов навалять им перцам? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Это процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я? Впереди. Мы совсем рядом.
Замкни систему. Спасибо. Темницам! Без Буки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли, заклинило! Поддается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда. Нам нужны... Еще сопротивляешься? Неразумно. Ты пожалеешь об этом. Внезапное движение не предвиделось. Как настроение, Биди? Хорошо. Я рад. Замечен джедай. Тебе не убежать. Ты пожалеешь об этом. Стим, давай! Беди один.
Как настроение, беди? Хорошо. Я рад. Инициирую атаку. А он дрожит от страха! Твои шансы на выживание низки, очень низки. Быстрее атаковать его! Инициировано сбивание с ног. Эй! Нарушитель! Мы еще можем его поймать! Смотри, он напуган! Открыть залповый огонь! Погоню! Да он дрожит от страха! Попадите по нему, наконец! Непростая мишень! Санкционировано! Я его зацепил! Вот так скорость! Кажется, не стоило в него попадать! Нет, он слишком хорош! Его сложно подловить! Есть! Он слишком быстрый! Я не буду делать все сам! Готовься! Джедай! Не хватает огневой мощи, чтобы пробить его корпус! Мы поможем! Помоги, беги! Thank you.
Друзья! Это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашиик еще будет наш. За свободу! Империя сделала с Кашиигом. Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Марика Сан. А это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Похоже, Со готов пойти на что угодно. Я вернусь. Вы так долго сражались. Чему война вас научила? Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо.